Как ты думаешь, Вертелкин, наука — это ужасно или интересно? Конечно, интересно, Крутилкин! Именно поэтому наши «Ну и ну» новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным ребята и слушают. А если кто-то еще не слушал, Вертелкин? А вот это, Крутилкин, ужасно! И что делать? Набрать в поиске «Ну и ну». Ну и слушать. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно». А знаете ли вы, что... Детские вопросы иногда бывают непростыми. Эксперты опросили родителей и составили рейтинг самых сложных детских вопросов. Таких, которые обычно ставят взрослых в тупик. То есть мамы и папы сразу не могут на них ответить. И ответ им приходится искать в интернете. Так вот, в списке таких вот сложных вопросов всего 7 штук. Среди них такие: почему небо голубое, трава зеленая, а молоко белое? Почему вода мокрая? Почему птица машет крыльями, а самолет нет? Почему луну видно днем? Почему у кошек глаза светятся в темноте? А знаете ли вы, что... Фотка монстр существует! Американские ученые сделали самую большую фотографию в мире. Чтобы увидеть ее целиком, надо сложить вместе почти 400 мониторов. Снимок сделали сверхчувствительной камерой. Она видит мячик для гольфа с расстояния 25 километров. Эту камеру ученые будут использовать в астрономии. Они планируют отснять небо всего южного полушария и составить из этих снимков самый крупный астрономический каталог всех времен. В нем будут фотографии 20 миллиардов галактик. Ужасно интересно. Все то, что неизвестно. А знаете ли вы, что... Жадины, хохотуи, звероножка и малявка – это не имена сказочных гномов, а названия. Благодаря интернету можно сейчас оказаться в любой точке мира, посетить любые места и от души посмеяться над их названиями. Оказывается, в России много географических мест, у которых забавные названия. Эксперты даже составили целый список. В него попали хутор «Веселая жизнь», который находится в Краснодарском крае, село «Балдейка» из Удмуртии, деревня Жадины из Новгородской области и село Хохотуй, которое расположено в Забайкальском крае. Еще в списке забавных названий несколько рек. Звероножка в Московской области и малявка в Рязанской. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа... Ужасно интересно все то, что неизвестно.